Свой первый рейс голубые вагоны самарского метрополитена отправляются в канун Нового года. Жители Самары приятно удивлены. Сегодня они едут на работу в обновленном поезде вместе с главой города Еленой Лапушкиной. Замечательно, роскошно просто. И очень впечатляет. Молодцы, чудесно. От старого состава поезда остался лишь каркас. Межвагонное пространство оборудовали специальными безопасными устройствами, внутри установили камеры видеонаблюдения и заменили сиденья. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные места. Полностью новая электроника в системах, система там пожаротушения, абсолютно новая кабина, которая как бы позволяет машинисту реагировать на все. Так что можно сказать, что остался только по факту кузов. И то покрашен, видите, как бы в наши цвета, соответственно, сиденья также поменяли. Новые 6 вагонов модернизировали по последнему стандарту менее чем за полгода. Старый состав по истечении срока службы был отправлен в Санкт-Петербург, где произвели его полное обновление. Теперь в парке самарского метрополитена 50 вагонов. 4 уже отправились в свой первый рейс, а 2 из них оставили про запас. Вскоре из северной столицы должны прибыть дополнительные вагоны. Из них и запасных соберут еще один поезд. Запустить его планируют к лету 2021 года. Очень долго этого ждали. По лету мы запускали вновь закупленный, на это капитально отремонтировали. Но мне кажется, они ничем не отличаются. Такие же качественные, такие же удобные, такие же бесшумные. Будущий год для самарского метрополитена запомнится и обновлением станции метро «Гагаринская». В год 60-летия первого полета человека в космос станцию приведут в порядок. Сделают косметический ремонт, очистят мрамор, обновят мозаику и освещение. Надеюсь, что мы ее, конечно, обновим. И она, конечно, заиграет всеми красками, которые задумывались архитекторами этой станции. Ремонтные работы на станции метро «Гагаринская» начнутся после новогодних праздников. Идти они будут ежедневно и, скорее всего, ночью, в момент отключения рельсового напряжения. Завершить их планируют до 12 апреля. Ольга Павлова, Константин Головин. События.